А вот когда я закончу речь, вот что, вы можете подхватывать, а то это. А, хорошо. Тормасинов Иван Александрович. Ну ладно, хорошо. Тормасинов Иван Александрович, заместитель директора строительной дирекции ОАО «Волгомост». Иван Александрович, расскажите, пожалуйста, какие работы сейчас проводятся на этой дороге? В настоящее время проводятся подготовительные работы под реконструкцию автомобильной дороги от Киевского до Калужского шоссе, от деревни Саларьево до деревни Мамыри. В настоящий момент проводится устройство проезжей части для переключения движения, для того, чтобы сделать проезжую часть в проектном положении. Также проводится работа по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству ливневой канализации. Ну вот, собственно говоря, вот весь перечень работ. Значит, участок реконструкции составляет 5 километров от Киевского до Калужского шоссе. Еще раз, задайте вопрос. В настоящий момент на объекте занято 254 рабочих и ИТР, 86 единиц техники. Работы ведутся на 5 километрах автомобильной дороги. Вот сейчас эта пробка, которую мы видим, она постоянная здесь или это связано со строительными работами? Пробка здесь постоянная. Это связано с тем, что данная дорога является промзоной. Здесь очень большое количество строительных рынков, большое количество организаций. Интенсивность движения очень большая. Также очень тяжелый выезд на Калужское шоссе на том светофоре, который находится за моей спиной. После реконструкции дорога преобразится, станет четырехполосной, по две полосы в каждую сторону. Минимальная ширина 15 метров, максимальная в заездных карманах 18,75. Это очень, очень существенно улучшит ситуацию, транспортную ситуацию. А светофор останется, вот регулировка с Калужского шоссе? Да, по проекту у нас по проекту заложено на данной дороге 8 светофорных объектов. Выезд на Калужское шоссе останется. Уже с правой стороны за нами ПСП построена, которая разгрузит движение, выезд на правую сторону. Также светофорный объект реконструируется, и левый поворот будет тоже улучшен. С дополнительной полосой. Переходно-скоростные полосы будут организованы, заездные карманы на основном? Обязательно. Заездные карманы организованы, ПСП, то есть переходно-скоростные полосы, выполняются, то есть будут. Когда планируете закончить работу? Когда трасса действительно станет четырехполосной? Срок окончания строительства. Ну, вы только, пожалуйста, называйте, как реально. Август следующего года. Ну, давайте к концу лета следующего года. Да. К концу лета следующего года дорога будет сдана в эксплуатацию.